Дат, бізде тау болғымыз келеді. Тауға жүгері жасық ер емес, жүрегі тікті ер ғана шыға алады. Ал көкте кім самғайды? Басыңды көтер, ел, атыл, тіктел. Мен жаралған таудың басында кеме қалған. Ол әуле болмаса, неге қалған? Біз емеспіз. Бізге дейін болғандарымыз. Бұл біздің болмыс. Сынан бастап, аяғына дейін тексереміз, пәрмен береміз, бас киім шеш деп. Сол кезде әскери қызметшілер бас киім шеш, олардың бірінші шаштарының өскендігін, окантовка жасалған жасалмағанын, қырынғанын соны тексереміз. Кейін олардың жағалары ауысқандығын, жаңадан жаға тіккендерін киім үлгісін тексереміз, кейіннен аяқ киімдерін тексереміз, тырнақтарын тексереміз. Сонымен таңғы тексеріс аяқталады. Қазір жұртаны бәрі жақсы? Қазір жақсы бәрі. Одан кейін сарбаз арқылы бар? Таңғы асқа барады, кейін. Одан кейін күн тәртібіне сәйкес кімде әскери қызметшіден қызметтегі әскери қызметшілер қызметке кетеді. Ал дайындыққа қатысатын әскери қызметшілер дайындыққа қатысады. После этого по всем классическим канонам телевидения в программе в честь торжественной даты следуют поздравления, а сами герои торжества в парадной одежде говорят в камеру какие-то важные слова. Ну и фоном, конечно, патриотическая музыка. Без этого тоже нельзя, конечно, и это нужно. Но только мы, да простят нас и виновники торжества, и телезрители от стандартов решили отойти. И сделали это вполне себе осознанно, после того, как сами несколько дней провели на отдаленных заставах. Да-да, там, где... Это не фигура речи, и тучи, кажется, действительно ходят строго, и где на сотни километров ни души. Разные границы по видам. В каждых регионах есть свои особенности охраны государственной границы. Это в зависимости от местности, от температуры, климатических условий в основном. В разных регионах наши пограничники доблестно охраняют государственную границу, показывают свое высокое мастерство. И то, что обеспеченность на тот момент, когда я приступал, сейчас уже есть новые технологии, которые позволяют обнаружить нарушителя, возможного нарушителя государственной границы, еще на дальних подступах к государственной границе. Техника обновляется постоянно. Ведь у нас как пограничник ассоциируется? Человек в зеленой форме, на которого ты в аэропорту злишься, или тот, что в парадной об очередном задержании нарушителя или груза контрабанды рассказывает? И это тоже очень важно и сложно невероятно взять и среди множества пересекающих границу выявить контрабандиста или заприметить подозрительную машину. Участок казахстанско-китайской границы. Сейчас попытаюсь поставить эксперимент, надеюсь, что без последствий. Возможно ли пересечь границу
машине, по местам! Меня должны найти и обезвредить. Как человек, попытавшегося пересечь незаконно государственную границу, пусти. Нашли. Это да, но это для всех. Это то, что в общем доступе, а душа-то, душа там, на дальней заставе, и об этом мало кто знает. Уж очень эти ребята скромные, и очень редко с кем, а чаще и вовсе ни с кем на эти темы не говорят. А мы подумали и решили в честь их праздника подарить им их самих, таких, какие они и есть на самом деле. Тем более, что и в праздник они где-то там обеспечивают безопасность нашей с вами государственной границы. Біз қызмет арнаймақсыздағы ұтқырыс қимылдардағы шекара нарядына шығамыз. Барлау үздеу тобы деп аталады. Шекара нарядында мемлекеттік шекараны бұзушылықты, немесе не болмаса бұзушыларды іздеп, соларды кездескен кезде ұстап, жұмысымыз сол бізді. Енді қиын деп айта алмаймын, енді біз көп болды осы қызметте жүргелі. Мемлекеттік шекараның белгілерін білеміз, қайда екенін бәрін, жүру жолдарын білеміз, іздеу бағыттарын білеміз. Біз не барлау іздеу топ шекара нарядындамыз қазіргі кезде. Біз Балқыбақ шекара бөлімінен осы жерге дейін біз 12 километр атпен жүріп келдік. Бізге енді міне номер 3-ші шекара белгісіне дейін 4,5 шақырымдай қалды. Міне оң жағыңызда мына жерде судың ар жағында міне Аққаба өзені ағат. Осы Аққабамен бізде мемлекеттік шекара Қытай Халық Республикасымен өтеді. Ар жағында Қытай Халық Республикасында көріп тұрсыз, малшылар жатыр, жолдары. Міне осы шекара белдеуге дейін біз шекара қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Негізінде жүргізуші болғандықтан осы қиыншылықтар да болады. Сол қиыншылықтар енді тау тасты аралау сондай қиыншылықтар болады. Тік таулар болады. Әртүрлі тауларды асып жеткізетін жерлерге жеткізу керек болады. Или романтических, как на далекую заставу к офицеру девушка приехала, уехать не смогла, у нее экзамен, а все кругом замело. Ну, села на коня и поехала за 40 километров. А там ее уже всю в сосульках на другой заставе встретили и сосульки снимали. Ну, доехала, экзамены сдала, сейчас поженились с тем офицером. Душа в душу, безо всяких-то. Ну и грустное тоже случается, как без этого? Жизнь ведь. Лю Хан, вот взять, к примеру, веселая такая, шутит постоянно, все присказки, прибаутки. А за спиной такой список, что не каждый взрослый здоровый мужик потянет. И по заставам помотала, на одной ребенка потеряла. Ну, нет возможности на заставах содержать медицинский персонал. И заметает так, что да, света белого не видно. Но знала она, что идет, и не винит никого совсем. Взялась стойко переносить все тяготы и невзгоды, переноси. И все. И точка. Біз осы погранслужбада почти 30 жылда бері жұмыс істеп келатырмыз. Жұмыстың оңайы да бар, қиындығы да бар. Қиындығын көрсе қуанамыз. Ескі нәрсені еске алып, кейде ойланамыз. Өмір сүру жастық кезден басталады. Қиындықты көрген адам, жеңген адам ғана өмірдің қызығын түсінеді. Біз жолдасымыз екеміз 1994 жылдан бастап осы Күршім погран отрядында 25-35 погран отрядына ауысып келдік Алматыдан, Қарасайдан. Біз қаншама границаларда болдық. Мен заставада жай ғана отырмадым. Жас молодой лейтенанттарды тәрбиеледім, көмектестім. Солдаттардың бір шетіне шықтым. Повырды орнына повырда болып кеттік. Келген қонақтарды күтіп алып, шығарысып, қаншама жас балалар келеді, соларды тәрбиесіне қатысып, көмектесіп, ана орнына, ана өз аналар үйінде болса, анасын, ана сағынышын сағынбасын деп жандарында әйтеуір жыл-жыл сөзімізді айтып, о балаларды өз баламдай көрдім.
Мне қазір 2004-тен бастап осы Күршім аудандық Күршім управление деп ауысты енді бізде 25-35 паға воинский час ауысқаннан кейін. Мына доста офицерлер тұрған үй орталығында 2005 жылдан бастап қызмет етемін. Жұмыс өте қызықты. Алыстан келетін балалар офицерлеріміз бар, семьясымен бірге көшіп келетін офицерлеріміз бар. Соғыслар келгенде жабырқамасын, қабақтары түспесін, чет жер, жат жер деп қиналмасын деп сол балаларды күтіп алып, үйлерін ашып дайындап, кіргізіп. Жизнь она такая, на далекой заставе она и это не пафос совсем испытывает буквально на прочность, не гнет. Такие там не то что не держатся, их туда и не пустят. Ломает, а они не сдаются. Служба такая, и это тоже совсем не фигура речи. 18 июня 2022 года для меня стало очень особенным. Почему? Потому что я прошел, так говорится, боевое крещение спустя 11 лет на страже своей родины, задержав двух нарушителей государственной границы. Это все происходило в горах, так как у меня участок ответственности горный. Передвигаясь по горам, заметили движение со стороны государственной границы. Дальше я начал давать конкретные команды своему младшему пограничному наряду, что вел себя скрытно, не подавая виду то, что мы их заметили. И как задержание? Задержание происходило, то есть я обошел их с тылу, а ефрейтор срочной службы Жукенов обошел с фронту. То есть с двух сторон было осуществлено задержание. Попросили их предъявить документы. У них документов не оказалось. У одного там просроченные документы какие-то были, не помню какие. Но гражданин, он с Монголии. Завязался диалог. Во время диалога они сказали, признали, что они являются гражданами Монголии, что они перешли государственную границу через горы. Тебе сколько лет было? Мне 19 лет. Ну и сейчас 19. Сейчас 19. На тот момент 19. Ну, 19. Ты же вот в таком возрасте, да, и ты задерживаешь там двух мужиков. Как ощущения? Ощущения, не знаю, сначала не понял, честно. А так я очень рад, горжусь этим. Для меня огромная честь служить в погранвойсках. Ну, какое-то вот такое, ну, не то что испуг, да, но немножко непонятно. Да? Непонятно, ощущение немного было. Не понимал сначала. А потом уже, когда задержали, уже... Когда уже задержали, уже понятно было, что это нарушители границы. Сразу сделали доклад, их увезли. Молодая поросль, и их тоже увековечат. И о них тоже будут рассказывать, и их вспомнят, и их не забудут. Да, не все служить останутся, но это не важно. Важно то, что внутри. Ум, честь, совесть, отчизна – это не просто слова будут, нечто неосязаемое, а то, что прочувствуют, почувствуют, то, что твое, по-настоящему. Проводится большая работа отделом воспитательной идеологической работы, которая разрабатывает методы, да, изучения личности военнослужащих и где-то определяет, например, совместимость. Это имеет как бы большое значение при планировании охраны границы, межличная совместимость личности. Учитывается в основном тоже их мнение. Например, есть друзья с одних поселков, с одних областей, которые по своему морально-психологическому состоянию совместимы. То есть людей из одного региона отправляют в другие регионы, да? В другие регионы, но на одну заставу. На одну заставу. Бывает, да. Бывает даже в ходе совместной службы на учебном центре, они уже, люди друг друга узнают, и уже совместимость получается. В ходе там всяких тренировок наших, в ходе службы у них на начальном этапе. Әскери қызметке 21 жылдың қазан айында шақырылдым. Содан бері әскер қатарындам. Қазір 10 ай қызмет жасап жатқаныма. Сен қай жерден, қаладан ба? Қаладан, Қарағанды облысы. Жезқазған қаласынан қызметке шақырылдым. Содан бері міне шекер асабында мемлекетіміздің соңғы метрларын қорғап қызмет атқарып жүрміз. Қандай қызық бар? Енді әскери өмірдің қызығы өте көп. Оның ішінде шекара қызметінің ішінде адам аяғы баспаған тұрған участоктар, мысалы біз қазір тұрған
аймақ өте жолы қиын ауыр, тек қана ат саппен, немесе одан дәрі тікұшақпен ғана жететін аймақтар бар. Оның мысалы ешқандай туристер, біздің мемлекетіміздің азаматтары көрмеген жерлердің бәрін көріп, шарлап жүрген жайымыз бар. Одан бөлек әрдайым қарумен қызмет атқарамыз. Соның бәрі мысалы маған өте қызық болды. Призвался я в прошлом году, в октябре месяце. Служу на данном месте 10 месяц. И вполне службой доволен. Ты из города переехал вот на заставу сюда? Нет, городской, от города переехал. И живете здесь автономно? Автономно, ну, служится неплохо. Вначале было трудно, не с привычки. Затем свыкся, как сказать, застава уже стала домом. Стали одной большой семьей. Чему научился вот за это время? Научился я, можно сказать, много чему. Так как я вырос в городе, можно сказать, черную работу не видел. И научился, можно так если сказать, седлать лошадей, топить печку. Как сказать, больше я самостоятельно стал здесь. Можно сказать, я вырос в этой армии. Как говорится, армия – хорошая школа жизни. Тебе сколько лет сейчас? Мне 23. Я в данный момент после университета шел в армию. И да, после этого хочу остаться как по рядах пограничной службы, как военнослужащий по контракту. Ну, вот люди, которые далекие от воинской службы, в принципе, да, они посмотрят, вот скажут, ну вот, например, мы были вот на отдаленных рубежах, да, где трудно проходимая местность, куда не добраться, да. И не каждый, наверное, поймет, а зачем, собственно, вот военнослужащим это нужно. Вот служить вот в таком отдалении, в такой глуши, да? В первую очередь, наверное, патриотизм, преданность своему делу, военному делу. И то, что многие из них гордятся, то, что они пограничники, и на них возложена ответственная задача по охране рубежей своей родины. Наверное, их вот это продвигает к выполнению таких задач. Бывает, да, тоже сложные ситуации, погода, да, снег, дожди, ветра, но все равно, несмотря на это, наши пограничники выполняют поставленные перед ними задачи. Өмір деген өмір жолы оңай. Дүние алма кезек. Бір күн қызық, бір күн шыжық дейді. Қиындыққа көну керек, қуаныштыға көріп, оны қуанып, шаттана білу керек. Сонда ғана сен таза шекара қорғаушылар қатарына жатасың. Таза шекара қорғаушы болып, міне өмірдің қиығында, қызығында көрген адам ғана түсінеді. Бізде көп адамдар, көп енді службада болмағандар ойлайды, ой, шекара орталығы өте жақсы ғой, оңай ғой, дейді. Жоқ, оның қиындығын көрген адам ғана шекарашы бола алады. Міне мен жастарға айтарым, жас семьяларға айтарым, жас офицерлеріміздің жолдастарын айтаным. Жолдастарыңды күтіңдер, қабағына қараңдар, қиындығын екеуің бірге жеңдер. Сонда бақытты сәт болашақ алдарыңда. Осы уақытта көрген қызықтарым мен бір-екі кітапқа толтырып жаза алмаймын. Өйткені ол менің жүрегімде ғана сақталған. Қиынды күндер, қызық күндер мен қиынды күндер. Әрине, жақсы күндер көп болсын, қуанышты күндер көп болсын. Біздің аспанымыз ашық болсын. Ел бірлігіміз жоғары болсын. Осы жастарға, жас семьяға, болашақ шекарашыларға бақыт тілеймін, бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Біздің жолымызды берсін, алдыңғы ағаларының жолын берсін. Для нас вот недалеко. Недалеко это в соседний магазин. Сходить и то тяжело. То снег, то жарко, то спину ломит. А там недалеко это пусть и 400 метров, но через реку на лошади, а потом еще два косогора. И ничего, служба. И улыбаются. Светло так, по-теплому. И на душе сразу хорошо. И вправду ведь служба. Да и ко всему как-то по-другому начинаешь относиться. Любая вещь на вес золота. Что-то купить магазин за сотни километров. Сотового нет, интернет, понятное дело, тоже. Но ничего, служба. И смотрят, как на соседней китайской территории и дорога, и связь, и магазин, наверное. Смотрят, но по-теплому так смотрят, без зависти. Без всяких там задних мыслей. И у нас будет. А мы сделаем все, чтобы было этому всему, где быть. Там вот лет 10 назад тоже ничего не было. Ничего, все нормально. Спасибо, мужики. Вам там, на далекой заставе. А мы здесь, в мире, где тепло и мухи не кусают, знаем, что наша граница, и это совсем не фигура речи, в безопасности.